Всем привет! Всем привет! Мы на канале Кустория. Сегодня мы еще раз празднуем день рождения Сони, хотя вчера у нее была вечеринка, но пока я забирала Соню, ездила в Сан-Диего 6 часов в пятницу с Алиской, и потом вчера мы закупались полдня. В итоге мама уснула и пропустила день рождения, а папа не сделал даже ни одной фотографии. Поправка. Папа сделал видео с парка, и подружка прислала мне одну фотографию, так что вот они. Happy birthday to you! Chocolate! Happy birthday to you! Chocolate! Happy birthday, dear Sonia! Happy birthday to you! Поэтому сегодня мы делаем, как по-английски говорится, do over, заново, будем петь песенку. И, ну, не тортик, я купила cupcakes, сейчас покажу. Это как должно было быть у нас, цифра 1 и 2. А папа вчера без меня, пока я спала, не поставил остальные свечки в торт. То есть должно было стоять 10 свечек и 1 и 2, то есть это 12 будет. То есть нужно поменять, чтобы было 12. А то выглядит как 21. Ну как, сейчас сделаем. Вот так вот, 12 и еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 свечек, все вместе 12 выходит. Сейчас зажигаю. Ну. Спички кончаются, и пальчики сгорают. И вот такой красивый получился торт из капкейков. Масенька, иди к папе. Иди к папе. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, София, с днем рождения тебя. Помоги мне поставить, то сейчас родим с камерой вместе. Сейчас съедет игр. Подожди, подожди, подожди. Окей, давай. Загадала желание? Сейчас. Did you make a wish? Ага. Давай. Ну. Все, ура! Чуть яблочного сока, это sparkling cider, как это называется по-русски, не знаю. Спасибо, мама. Пожалуйста. It looks like it's a lot, but it looks like it's actually not. Yeah, because it's... Ты тоже хочешь такого? Ну окей, сейчас тебе налью. Вчера у Сони была тема Гарри Поттер, Harry Potter, да? И все были одеты в черном, в белом, в красном. И вот эти чашечки у нас остались от Harry Potter. Нет, ты была фиолетовым, да. Тебе было все фиолетово. Вот, и эти чашечки у нас еще остались с вчерашнего дня. Я очень расстроилась вчера, потому что я пропустила день рождения Сонин, потому что я так устала, что я просто уснула, а папа меня не разбудил. Вот. И поэтому мы решили сегодня сделать заново. Сделать заново тортик, заново свечки, чтобы хотя бы сделать фотографии и видео. Ну, было весело день рождения? Да. А что вы делали? Играли. Во что? Фристайл. You was fun? Uh-huh. Весело было? Окей. Ну, слава богу.
Что ты делаешь? У тебя совесть есть? Покажи, что ты делаешь. Ну, да. А если ты кто? Да. Да, она все там уже помакала, по-моему. Погромче говори, а то не слышно тебя. Сегодня мы идем в школу, потому что сегодня open house. Это называется день открытых дверей. Кристина расстроилась, потому что она в последний момент не могла найти свой кошелек. То есть она никогда не знает, где ее кошелек, телефон. Она хотела чего-то купить от Booking. А там, я не знаю, если там карточки берут, а наличных денег у нас с папой нету. No, там карточки не берут. Не берут? Ну вот. Ну ничего страшного. Сейчас посмотрим, Мама, что вы делали. They take tax. Какой tax? Что есть tax? Tax это налог. Что это налог? Вот. Мы сейчас посмотрим, что вы, чем вы занимались весь день в классе. Нам классы открыты с 5:30 до 6:30. И там можно заходить, смотреть все их проекты и все, что они делали за этот учебный год. Вот наша школа. Сейчас зайдем посмотрим викинг класс. А потом Кристина. Вадя вот тут уже. Угу. Даня. Да. Что-то выращиваете? It's radishes. Редиска. Окей. Это вот она у тебя прорастает? Это Кирина. Окей. Что там выращиваешь? Редиску. Редиску? Ага. Это манюр. А это что выращиваете? Это grass. Трава? Да. Трава. По-русски говори. Здесь все про растения, что они вот выращивают, проводят всякие проекты. А здесь что у вас на стене? Где твое? Это моя. Мне 7 лет. I like to play and swim. Люблю плавать и играть. Понятно. Что это за куки, кейк, ага. Все самые твои любимые вещи, да? Сестренка. Да, и тебе туда надо, да? Что там? Ну? Что там? Мама, он в second grade. Mm? That's second grade and this is first grade. Mm-hmm. Вот. Это Викино портфолио. Тут вся ее работа. Но мы это домой возьмем, поэтому можно будет потом посмотреть. Это что должно быть? Математика? Yeah. Да? Second grade got three digits. У Вики в классе есть вместе и первый класс, и второй класс. У нее совмещенный класс. О, еще пару. Но, в общем-то, им дают разные проекты, как бы, ну, на уровне классов. Да, вижу, красиво. А, вот, нашла Викина. Моя семья для меня значит больше, чем золото, потому что, когда мне грустно, они меня веселят. Ну, надо же, как трогательно. Это Кристина? Без волос не знала. Это твое место?
Попкорн нам дали опять. Вот, это портфолио. Это что она делает для всех всегда. А, потому что она в конце года дает, да? Потому что мискан заканчивает, да, их? Где твоя бабочка? Что ты знаешь вообще? Смотри, это я бабочка? Да, все ваши фотографии. Их учительница делает очень классное портфолио. Но нам пока забирать нельзя, потому что еще не конец года, и она еще хочет добавить туда. Она еще не закончена. Мама, Какая твоя трава? First it was like that, but now it grows like this. А, да? А что это? Это... Трава? Да. Да? Бабочка. Все равно еще не так могу найти бабочку. Что они делают? Рисунки. Вон Кристина. Ага, вон Вадя рядом. Вот это то, что мы дома делали недавно, только что она была, когда Student of the Week, или их называют звезда недели, короче говоря. Это где они сдают экзамены, тесты разные, тесты, которые нужно проходить там, по математике, стандарты там по... Что-то вот слепить, сделать, это как архитектор по science, это по науке. А, Кристин, здесь сколько много проектов всяких разных. А, это типа инспирация Ван Гога. Вот эти вот цветочки, подсолнухи, известная картина Ван Гога. И они должны были сделать свои. Вот Кристина, да. Они изучали все части цветочка. Семена, листики, корни. Что это? А, себя нужно было изобразить. Где Кристина? Вон внизу, да? Угу. Тут на экране она всегда нам показывает фотографии за год, когда они ездили в поездку, в музей и всякие разные. Ну, все, что они делают, она фотографирует их все время. Ну, прикольно. 10. Шарики Алисе больше всего понравились. Мама, так, да. А, давай. Ну, подожди, сейчас вместе пойдем, подожди. Вики, мы купили маечку. Да покажи, я покажу. Школьную она хотела. Ну, с их эмблемой. Коала — это их маскот. То есть у каждой школы есть там животное какое-то или что-то еще. Только бы репрезентирует их школу. Пойдем, теперь Вики нужно зайти на буквер, потому что она должна доллар отдать там. Вроде уже все пересмотрели. Уже еду продают. Можно покушать, посидеть. Там что-то готовят. И целое такое мероприятие, короче, здесь с 5 до 7. Кристина выпросила какую-то ерунду как всегда. Скушать, окей, скушать. Будешь сквизить от стресса. А ты вредина маленькая. А? Окей. Так, все посмотрели, купили то, что просили, идем домой. Алиска не сидит в коляске, только когда коляска двигается, когда идешь, то она сидит. Как только коляска останавливается, она начинает кричать и хочет выбраться из коляски. А потом бегать и трогать все. Да, да, мы купили, Вика хотела еще шапку, но мы ее говорили, что шапка ей не нужна. Все.